Не знаю, как относитесь к ипотеке лично вы и нуждаетесь ли вы в ней, но уверен, для многих получить ответ на вопросы «как» и «на каких условиях» не будет лишним. Мимо этой темы мы с Ириной в нашем проекте пройти просто не могли. Ирина, обсуждаем ипотеку в Испании. Давай начнем с такого вопроса. Когда, в принципе, покупателю надо заявить о своем желании приобрести объект именно с помощью заемных средств? Лучше всего это сделать на этапе знакомства, на этапе выявления нами потребностей покупателя. Мы всегда начинаем работу с основных базовых вопросов, с цели покупки, региона, типа. И один из этих базовых вопросов – как вы планируете покупать недвижимость – за собственные средства или с привлечением ипотеки? Если клиент заявляет о своем желании купить в ипотеку, это требует определенного времени, ну, в принципе, гораздо большего, чем если ты приобретаешь недвижимость целиком за собственные средства. Как можно оценить тот срок, за который потенциальный покупатель поймет, вообще ипотеку ему дадут или нет? На самом деле, для того, чтобы понять, дадут или нет, не нужно сильно много времени. Потому как мы всегда запрашиваем в банке предварительную оценку потенциального заемщика. На нее не уходит столько времени, на нее уходит несколько дней. Но для этого нужно собрать полный пакет документов. То есть нельзя предоставить одну бумагу и сказать, вы посмотрите, а только потом я начну собирать. Это точно нет. Полный пакет документов – это тот же самый пакет, который, по сути, потребуется и затем уже для официального одобрения или неодобрения кредита. Что включает в себя этот пакет? Это документы о доходах и источники подтверждения денежных средств. Если это наемный сотрудник, это справка с места работы, где обязательно должно быть указано его должность, чем занимается компания и сколько времени данный сотрудник работает в данной компании. И дополнительно, либо дополнительная справка, либо все это в одной справке, в зависимости от страны, где она будет выдана, дополнительно указать, какой конкретно доход был получен каждый месяц и какая сумма была уплачена в качестве налогов. Если это человек, который работает как индивидуальный предприниматель, то мы подаем свидетельство о регистрации и налоговой декларации. Если это собственник бизнеса, то это отчеты о прибыли и документ, подтверждающий, что он собственник бизнеса. Также всегда можно подать дополнительные документы о дополнительных доходах. Например, если есть какой-то пассивный доход, например, сдача в аренду своего объекта недвижимости, это тоже будет плюсом. Кроме этих документов, также обязательно нужна кредитная история, информация о составе семьи, то есть есть ли дети несовершеннолетние или кто-то на иждивении, информация о том, проживает потенциальный заемщик в собственном жилье или арендуемом. Несколько дней потребуется на то, чтобы банк, проанализировав вот эти документы, мог сказать, в принципе, готов он предоставить кредит или нет. Нужно ли банку сказать, какое именно жилье ты хочешь купить? На этапе предварительной оценки нужно сказать, на какую стоимость. Как выглядит вот это одобрение предварительное или неодобрение банком? Он пишет письмо, он звонит по телефону. Ответ от банка мы получаем как представитель покупателя по почте, или же когда совсем сжатые сроки, это может быть и по телефону. То есть нет никакого формального документа, потому как официальный запуск рассмотрения кредита с прохождением всех этапов кредитного комитета в банке еще не был запущен. Была только предварительная оценка документов потенциального заемщика. Предоставляя документы, что нужно сделать, чтобы понравиться банку максимально и увеличить свои шансы? Только единственное – собрать все своевременно и предоставить сразу. Можно ли сказать, что есть банки более лояльные или менее лояльные, и, соответственно, вот в этот банк имеет смысл обращаться, а в этом шансы практически нулевые? Это имеет место быть. Банки действительно есть более лояльные именно на кредитные операции на сегодняшний день. Поэтому мы, опять же, исходя из того, гражданином какой страны является потенциальный заемщик, резидентом какой страны, мы от этого отталкиваемся и выбираем из тех банков, которые на сегодняшний день больше всех хотят кредитовать. Предположим, предварительное одобрение получилось, а сколько времени займет уже вот одобрение официальное с того момента, когда ты подаешь все документы и, кстати, как ты это делаешь? Это может быть совсем короткий срок. Если мы получили положительную оценку предварительного рассмотрения, мы подтверждаем свое намерение о покупке, подписываем договор резерва, оплачиваем резерв и подаем документы в банк по недвижимости. То есть к
тому списку, который мы озвучили для предварительной оценки, нам не хватало только лишь документов по недвижимости. И после этого банк принимает в рассмотрение и запускает уже реальную оценку документов, реальное рассмотрение. Если это между предварительной оценкой и реальным рассмотрением проходит всего несколько дней, одна неделя, полторы, то дополнительно собирать ничего не нужно. А если, например, прошло несколько месяцев, тогда нужно будет подать свежие документы о доходах, то есть, например, за эти несколько месяцев. И, ну, если, как правило, если больше 2,5-3 месяцев, тогда нужно некоторые документы будет обновить. Бывает ли такое, что предварительная оценка одобрен кредит, а потом что-то происходит, и банк говорит, нет, не дам кредит, ипотека невозможна? На нашей практике такого не было ни разу. Понятно, что мы, как агентство недвижимости, не можем дать 100% гарантии за банк. В 90% случаев, если предварительная оценка была одобрена, то и кредит тоже будет одобрен. Единственное, что может быть, это когда потенциальный заемщик-клиент утаивает какую-либо информацию, и в процессе прохождения всех этапов кредитного комитета в банке это было выявлено, и на основании этого банк откажет. Поэтому мы всегда говорим, что мы плывем в одной лодке, поэтому в интересах же клиента правильно все подать информацию. Даже если он в чем-то сомневается, лучше это сообщить, и мы, основываясь на свой опыт, уже сами решим, как это преподнести банку. Если один банк отказывает в ипотечном кредите, имеет ли смысл обращаться в другой, третий, и вообще во сколько банков одновременно стоит обратиться? Смотря по какой причине. Если был отказ по недостаточному финансовому состоянию, если банк оценил, что не хватит денежных средств оплачивать все расходы, то маловероятно, что другой банк изменит свое решение. Однако, если был отказан по каким-либо другим причинам, тогда да, имеет смысл. Но, как правило, опять же, основываясь на свой опыт, мы заранее смотрим сначала самостоятельно документы, сразу клиенту говорим, что хорошо бы было предоставить еще дополнительно это и это, и после этого мы пойдем в банк. И ну, уже не возникает, как правило, никаких дополнительных вопросов. Актуальнейший вопрос последних 4-5 лет. А правда ли, что к нашим людям в той или иной стране банки стали относиться хуже? Однозначный ответ тут услышишь редко, но не уточнить вовсе тоже было бы неправильно. Можно ли сказать, что есть банки, которые там лучше, и есть банки, которые хуже относятся, ну, скажем, там, к россиянам или к украинцам? Наверное, больше нет, чем да. Но есть некоторые моменты, но это не связано никак именно с отношением. Это связано, возможно, с нынешним состоянием, с политикой, с экономикой, с этими международными отношениями разных стран. И в некоторых банках действительно иногда могут не отказать, но попросить дополнительно то, чего вообще как бы не нужно просить согласно законодательству. Но опять же, как работают коммерческие банки, они не должны нарушать законы Национального банка. Но свои нормативные внутренние документы они могут создавать, которые не противоречат. Если они, например, решат, что какие-то определенные страны для них с повышенным риском ввиду каких-то ситуаций и обоснуют это для Национального банка и им утвердят, тогда мы будем вынуждены, если мы хотим обслуживаться в этом банке, подавать эти дополнительные документы. Поэтому внегласное такое отношение можно увидеть, но нельзя сказать, что это прям категорично и это невозможно. Как иногда клиенты, когда звонят и спрашивают, это правда, что там украинцам или россиянам не дают кредиты или не открывают счета. Это неправда. Нет такого закона, чтобы запретил какой-то конкретной стране обслуживаться в каком-то банке. Единственное, что есть документ, перечень стран с повышенным риском для банка, и поэтому в этом случае могут быть немножко другие условия, но отказать никто не может. Раз уж мы заговорили об условиях, какие условия сейчас базовые, среднестатистические в испанских банках по ипотеке? Средний процент – это 3-4 годовых. В редких случаях это может быть до 6%. Но это зависит от возраста потенциального заемщика, от страны, его гражданства и резидентства, опять же, если он, например, будет со страны с высоким уровнем риска, и от уровня его платежеспособности. В среднем, по нашему опыту, по практике, 3,5-3,8, максимум 4% годовых. На какой срок выдают кредит? От 5 до 25 лет базово, некоторые банки до 30. И какой первоначальный взнос должен обеспечить будущий собственник? Ориентироваться нужно на 50%. Это стандартные условия. Но
В некоторых случаях можно запросить и больше, и 70% прокредитовать. И такое возможно, но не для всех. Это зависит прежде всего от выбранного объекта, который будет для банка очень ликвидным, и банк будет заинтересован в данном активе для дальнейшей реализации. Это также зависит и от платежеспособности заемщика. Например, опять же, основываясь на последние несколько кредитов, 70% кредитовали только на покупку новостроя. Это то, что было реально на практике. Поэтому ориентироваться всегда нужно на 50%. Запросить мы больше сможем, но банк ответит нам да или нет, это мы не можем гарантировать. Ну и тогда, наверное, последний вопрос, все-таки взаимосвязь качества объекта и согласия на кредит. Бывает такое, что клиенту отказывают просто потому, что сумма-то банк устраивает, а вот конкретный объект смущает. Ни разу такого случая не было, и я думаю, что это в нашей компании такого не было, потому как мы не работаем с неликвидной недвижимостью в каких-то непривлекательных опасных районах. Только поэтому может быть отказ. Но опять же, я говорю, что на нашей практике такого не было ни разу, потому как мы всегда рекомендуем покупать ликвидную недвижимость, которая и тем самым оценщик банка также ее оценивает со своей стороны дополнительно, и если банк ее берет, то значит, что видит в ней потенциал на реализацию дальнейшую, если это понадобится. Про ипотеку можно говорить еще и еще. Но в какой-то момент мы поняли, что множество нюансов, связанных с процедурой покупки, остается за бортом нашего повествования. Рассказать про все решительно невозможно, но некоторым особо примечательным моментам мы решили посвятить время. Об этом в следующей серии. Подписывайтесь на наш проект и наш канал.